От классики до современности. Муравленко впервые присоединился к международной просветительской акции «Литературный диктант 2022». Ее участники письменно ответили на вопросы, охватывающие разные периоды литературы. Муравленковцы писали литературный диктант сразу на двух площадках – в Эколого-краеведческом музее и Центральной городской библиотеке. Свою литературную грамотность проверили учащиеся многопрофильного лицея. Всего на выполнение заданий им дали один час. Ребята прошли регистрацию, получили бланки с вопросами на руки. У них было 60 минут, чтобы ответить на 20 вопросов. Каждый ответ был оценен 5 баллов. А максимальное количество баллов – 100 баллов. С вопросами лицеисты справились быстро, несмотря на то, что многие задания выходили за рамки школьной программы. Нацелены эти вопросы на людей, которые прям очень увлекаются литературой. То есть они прям все читают, школьную, нешкольную, все, что им советуют, отдают. Но это очень развивает. Мне было очень интересно. Легко дались вопросы про Достоевского, преступление, наказание. А сложными были те вопросы, которые мы не проходили по школьной программе еще. Это поэты 20 века. То я осознала, что есть определенные моменты, которые мне нужно выучить, прочитать очень важные, значимые произведения литературы. И это в дальнейшем скажется на моем образовании, на моей профессии. Итоги просветительской акции подвели сразу же. Особо отметили лицеистов, набравших более 70 баллов. Участники и победители получили дипломы и сертификаты. Надеюсь, что после этого диктанта они заинтересуются, посмотрят, узнают, найдут правильные ответы. И, наверное, это главный плюс этой акции. Анна Мария Антонова, Новости Муравленко.